я уже позавтракала. Так соскучилась за овсяной кашей. Прям очень сильно я ее хотела. Ты не хотела, а Димка не захотел кашу. Очень жаль, хотя раньше он ее очень любил. Если что, с помытой головой. Она у меня еще мокрая, я ее дома. Ну, в принципе, я очень редко пользуюсь феном, она у меня сушится естественным образом. Тут, кстати, Дима придумал приветствие. Сказал: мама, снимай меня на камеру. А я дети меня зовут. Король всех букв. Король всех букв. Да. Вчера хорошо почитал, и все. Сегодня уже король всех букв. Вот так всегда у всех мальчиков. Взял какую-то мелочь, возомнил себя короля. А сейчас я выбираю свою корону. Сейчас хотим собрать велик. Правда, мы сегодня вообще хотели пойти на улицу. Думаю, днем пойти там мимо, ну, типа парка. Проехаться, поучить Димку кататься на велике двухколесном. Но, к сожалению, у нас дождь, мокро, сыро. Поэтому просто сейчас соберем. У нас есть велик один, а это другой. Это Димке бабушка его дарила. Да, сейчас, подожди, давай. И он такой побольше, он именно двухколесный. Тот, что у нас, он двухколесный, там еще два маленьких колеса. Не трогай, потому что он очень плохо крутится почему-то. Этот, посмотрим размер. Слышно, я смотрю, тут сидушка. Не под Диму на попу. Слышь, у папы такая сидушка на велике. Сейчас соберем. Потом покажу, что с этого получится. Ты хочешь научиться кататься на двухколесном? Говори. Звездный воин всех букв. Звездный воин всех букв. Отлично. А, ну тут все, и педали разобраны, да? На наклейки посмотрим. На наклейки. Сейчас соберем, посмотрим, как ты будешь ездить. Ну, колеса вроде небольшие. Ну вот сидушка, по-моему, великоватая. Вот, сравнить его с другим великом. Тут поменьше. Но он почему-то очень плохо крутится. Я не знаю. Может, его нужно отремонтировать как-то, но очень тяжело ему крутить педали. Возможно, что-то здесь нужно сделать именно с цепью. Либо же просто попробовать снять эти маленькие колеса, и он будет лучше ехать. Но на вид он, конечно, крутой. Тут бутылочка, фонарик и все дела. Но не очень качественный, скорее всего. Ну и стоил он недорого. Если смотреть на цену таких велосипедов, то он стоил в 3 раза дешевле. Новый. Чем похожие модели таких детских велосипедов. Велик мы уже собрали, но он получается почти таких же размеров, как и наш старый. Только здесь руль немножко по-другому. Сама сидушка большая. Но я не могу сказать, что это хорошо или плохо. В принципе, можно даже эту переставить сюда. Но посмотрим, как ему будет удобно. Я в любом случае от этого хочу открутить колеса, потому что, ну, Денису, конечно, этот велик больше нравится. Не знаю, чем. Мне нравится больше наш. Потому что, ну, тут и фонарик. И вот здесь такая штучка. Во, смотрите, как круто она светится, особенно ночью вообще. Апгрейдов больше, бутылка, да? Ну да, но он круче смотрится. Просто он как-то очень плохо едет. То ли нужно вот здесь все поразбирать, посмотреть, или, возможно, цепь смазать, колеса вот эти снять, потому что с колесами сложно из-за того, что дорога у нас везде кривая, и колесико заезжает в ямку, и он на бок начинает падать. А колеса снять, я думаю, может, ему так даже больше понравится. Тут звоночек есть. Ну и вообще какой-то он так покруче смотрится. Но у него колеса меньше. Если примерно размер одинаковый, то колеса меньше. Вот эти прям такие побольше. Но я думаю, ничего страшного, что у нас два. Возможно, мы попробуем и на этом поучиться. И тот доведем до ума, на том попробуем научиться. И какой-то один, вполне вероятно, что мы отвезем его просто к маме. Там частный сектор, как бы мы к ней обычно очень часто приезжаем. Ну, когда нет карантина. И сможете там кататься. Ну, я довольна. Велики — это вообще круто. Ну, вы знаете, я обожаю велосипеды. И прям, ну, мне нравится. Я вот, для меня такой принцип: движение — это жизнь. Поэтому он у нас и на роликах катается, и на самокате, и на великах.
Я только на велике умею. Ну как, самоката у меня никогда не было. А ролики когда-то ездила, но у меня они были такие паршивые, пластмассовые колеса. Ехали они плохо. Ну, не пошло мне катание на роликах, а Димка прям, я там очень рада. Я пытаюсь в него впихнуть и то, и то, и то, и то. И знаете, что я поняла? Что я вот хочу его максимально со всем ознакомить, чтобы он в дальнейшем для себя выбрал что-то. Он много чего попробовал и смог для себя выбрать более подходящее, то, что ему будет больше всего нравиться. Хотя вот даже в каких-то таких транспортах он... Я не могу сказать, на чем ему нравится ездить больше. Где-то на роликах, когда-то на самокате. Когда был маленький, он только на самокате ездил. Он давно, наверное, с года... Наверное, с лет двух или с полтора. Ну, у него самокат был, и такая сидушечка была на самокате. Вот он ездил на нем. Сейчас у него более уже взрослее самокат. И, ну, у него все поровну так. И даже мы ездили зимой на каток. Он даже на коньках катается. Ну, по сути дела, принцип-то одинаковый, что ролики, что коньки. Для меня на коньках даже легче, чем на роликах. Ему на роликах легче. Но тут тоже дело такое, что на... Коньки мы ездим очень редко, зачастую это раз в год. Хотя у нас есть ледовые арены, которые работают круглогодично, но мы туда почему-то не доезжаем. Хотя нужно задаться целью и хотя бы раз в месяц вот куда-то выезжать там, на каток или, возможно, на рулетдром. У нас тоже есть такие. И, может быть, я научусь нормально ездить на роликах. Но это круто. Здоровье – это жизнь. Фу. Здоровье. Ну да, в принципе, здоровье – это жизнь, спорт – это жизнь. И мне нравится такой активный отдых. Правда, муж у меня... Я вот хочу себе велик. И хочу ему велик. А он нет, не хочу, хочу электрический. Ну, я против электрических всяких штук. Даже вот эти, как они... Как? На двух колесах и ездит само. Гироборд, по-моему, да? Я даже к этому отношусь как-то плохо, потому что, ну, ты едешь, конечно, ты на нем попробуешь, пару раз проедешься и скажешь, ой, классно, нравится, хочу. Буду на нем всегда ездить, усилия прилагать никакие не надо, ты не устаешь, стал и едешь. Но это не есть хорошо, и я против, чтобы у Димки была такая штука. Хотя Дениса мама уже спрашивала, у них продается, и если у нас, допустим, скидка, ну, это такая... Символическая скидка непонятная. Сначала превысили, потом занизили, то там у них именно конкретные есть скидки. Причем по это может быть относиться и как к празднику, возможно, коробка какая-то испорченная. Могут быть там по купонам собираешь какие-то фишечки, покупаешь. Ну вот, она у нас уже спрашивала, но на данный момент я против. Я не хочу. Пока ведь он не просит, ну как, он, конечно, видит на улице, но чтобы так просить, он, в принципе, никогда ничего не просит. Поэтому пусть катается пока на, ну, как, на механическом транспорте, к которому нужно прилагать хоть какие-то усилия. А потом, я надеюсь, что он станет постарше, и тогда я точно куплю себе велик и буду с ним ездить. Правда, я смотрю, вот как у нас нету велодорожек, и родители иногда с детьми ездят по дороге. Я, если честно, сама боюсь ездить по дороге, потому что у нас машины, ну, они просто не видят, не уважают велосипедистов, им на них все равно. Я не раз видела, когда... велосипедист едет по дороге, да, он едет по главной, а машина даже... Да ей все равно, она видит, что машины другой нету, и она прет. Хотя велосипедист едет по главной, и она должна его пропустить. Но из-за того, что велодорожек нету, приходится ездить по дороге. Но с Димкой я, конечно, боюсь ездить. Даже потом. У нас тут посылка, бардак, как всегда, все валяется, все надоело. Где папа? Папа кушать готовит. Папа! Еще здесь у меня целый пакет вещей, все никак его не разберу. У меня стиралка стирается, везде все занято. И... В общем, это все нужно доставать постепенно и кидать в стиралку стирать. Это у нас, не знаю, сегодня навряд ли я все постираю, скорее всего, уже завтра. Это ролики надо отнести. А раньше строили халабуды со стульев, со столов. А теперь Димка тут в коробке сидит. Как в будке. Тук-тук. Кто в тюремочке живет? Кукусик. Закройте двери. Тебе удобно? Ну, приветик. Ну, приветик.
закрывай свою будку. Будку свою закрывай, да? Ой, ну так что, ты теперь там будешь спать? Да. Можно? Да? Ну, иди за своей кисей. Ну, потом, когда покушаем, можно? Пожалуйста. Дим, ты чё, в коробке на полу спать? Дима побежал за своим пупсиком. Назвал свою кошку пупсиком. Всю жизнь эта кошка у него была просто кися. Он был маленький, не выговаривал и говорил кися. А теперь это кто? Пупсик? Пупсик, да. Позывной пупсик? Куда ты ее так затолкал? Закрой дверь. А у тебя что, не автоматические ворота? У тебя клей ПВА, маленькая баночка. Хочу попробовать вот это все приклеить, потому что, блин, уродские обои. Ну, ты это, к сожалению, не приклеишь. Хотя, может, можно попробовать? Ну, подожди. Ну, это точно надо склеить. Это ужас. О, я хочу новые обои. Мама, ты обещал мне дать новую пробку. Пробку новую? Да. Сейчас дам. Видишь, сколько у меня пробок? Это Димка играл с вами дачи пробками. Говорит, мама, не выбрасывай. А я не выбрасывала, к себе сложила. Я собираю пробки. Не знаю, зачем все. Думала с них то ли коврик сделать. Ну, знаете, так, типа кружочками я его... Я хочу две взять. Бери. Кружочками резать. Потом на какую-то сеточку. Но, не знаю. Много идей разных видела с пробками. Или просто какую-то вазочку такую взять, туда все насыпать. Пока если не так. Блин, ну вроде мы, конечно, не пьем столько алкоголя. И, кстати, слышала когда-то, я вот не помню точно в какой стране, но, по-моему, они там вообще очень сильно ценятся из-за того, что их то ли перерабатывают, то ли бросают в камин, и они вроде как долго горят. Если это правда. Мне когда-то говорили, типа... Ой, ты там, если собираешь, то отдай, я кому-то передам. Думаю, ага, фигушки, я сама собираюсь. Никому я не отдам. Это какая-то потемневшая, что это у нас. Непонятно. Ну, неважно. Короче, сейчас буду клеить это уродство. Ну, как-то так. Я не скажу, что лучше, конечно. Здесь оно такое уже ободранное. Там чуток. Ну, не знаю, блин. Надо вообще как-то этим заняться, посчитать, сколько будет... Ну, мне, наверное, сюда один рулон, 4 полосы метровые, 1, 2, 3, 4, блин, может быть, мало. Там может не хватить. Ну, в идеале, конечно, 2 рулона метровых и сюда поклеить какие-то светлые в один цвет. Мне и потолок, конечно, страшный, но прям, чтобы потолок менять, слишком дорого будет. Хотя гипс может и Денис сделать, потом уж поклевать это... Клеить, короче, куча гемора. О, не знаю. Это у нас остатки. Мы, получается, здесь переделывали коридор. Еще когда купили квартиру, мы... Вот это, в общем, это ванная на данный момент. Раньше это была часть коридора. И вот здесь в коридоре где-то вот такой толщины стоял, типа... Ну, короче, деревянный шкаф, он такой маленький был, в нем банки какие-то стояли, и я сразу подумала, что он нам не нужен, я как бы консервировать не собираюсь, поэтому мы увеличили ванну за счет этого, и она у нас получилась большая. Ну, и так как сюда обоев не было, это с коридора обои, мы сюда так доклеили, чтобы не голые стены были. Ну, вообще, так хочется светлую кухоньку, не могу. И кафель бесит. Просто бесит. Ужасный. Хотя кому-то он может понравиться. На нем вообще не видно мусора. Ничего. А мне не нравится. Я хочу такой длинный под ламинат. Эх. А еще Димка просится на улицу. Хочет покататься на велике и все. Я даже не знаю. Там так мокро. Холодно. Но сейчас дождя нету. Хоть небо и в тучах, но дождя нету. Может, где-то здесь с ним покататься на велике. Ноет, ноет. Сейчас Денис проснется, спросим его мнение. А Димка псешит, падает. Ну, как падает? У него ноги скользят, устает. Но так, конечно, тяжело с ним бегать. Я чуть пробежалась, а у меня так голени болят. Прямо их подкачала. Поехали. Как тебе поездка на велосипеде? Не поняла. Подойди сюда. Машина ехала, я не услышала. Плохая поездка. Почему плохая поездка?
как обычный ребенок. Я не вырастаю, потому что я кутикую. Ну так нужно разозлиться на велик, сесть и поехать, и тогда все получится. Да? Давай пять, ты молодец. Первое занятие прошло успешно. Не успешно. Успешно. Молодец. Молодец. Ой, кстати, пока нас не было, тут соседи сделали такую лужайку, заборчиком оградили. Красиво. Цветочки. Молодцы. Как мы вовремя зашли домой. Начался такой дождь. На камере, кстати, он не такой большой. Мы буквально минуту назад зашли, вот здесь проходили. О, сейчас Денис пошел выгуливать собаку. Еще и Дима заныл, что хочет вместе с ним. Пошел вместе с Димой. Это да, ну да, на велике в самый раз ехать под дождем. Капец. У нас сегодня будет овощной ужин. Я что-то вообще ничего не хочу. Дениса там картошка и шашлык. И картошка это печеная еще с дачи. Салатик. И по типу овощного рагу. Обожаю. Это так вкусно. Свечечки, цветочки. Романтика. И дождь. Я уже, наверное, говорила, что я зависима от погоды. Но настроение прям вообще такое кислое. Сразу все грустное вспоминаешь. Тебе же депресняк. Да нет, не депресняк, просто я не люблю дождь. Вот так быстренько с 6 вечера мы перепрыгиваем в 1 ночи. Что я хочу сказать? У меня iPhone на 256 гигабайт, который я сегодня думала просто разобью об стенку. Я давай видео монтировать, а мне пишут, у вас мало памяти. Я захожу, а у меня памяти ноль, просто ноль. Как я психовала. Вот я не знаю, для кого он придуман. Все настолько сложно. Я понимаю, что, ну, возможно, там, да, у кого есть достаточно денег, они могут купить себе облачное хранилище, там, либо же тот же самый MacBook, на который ты без проблем все сбросишь. Тут ты ничего сделать не можешь. Я скидываю на ноутбук через Google диски и тому подобное, и не могу даже эти файлы открыть на ноутбуке, то есть мне нужно их переводить в другой формат. Это если учесть, что я все видео, я не знаю, как кто, зачем, но я все свои видео удаляю. То есть я сняла, я смонтировала, выложила, у себя удалила, чтобы они лишнее место не занимали. И получается, что у меня памяти все равно нету. Я копалась в глубинах телефона 2 часа. Пока нашла некоторые файлы, которые очень много весили, которые я удалила. Какие-то вообще потерянные проекты там сделаны, которые были удалены, они почему-то остались. Ой, что я могу сказать? Если вы хотите купить iPhone для работы, не покупайте. Ну, смотря, конечно, для какой. Но если вам нужен обмен информацией с еще каким-то гаджетом, и если у вас не MacBook, не покупайте iPhone. Купите Android. Есть классные Samsung. У меня до этого был Samsung обалденный. Просто муж, не знаю почему, но почему-то он мне решил подарить iPhone. Хотя я ходила с Samsung и радовалась жизни. Единственное, меня раздражает то, что у них падает цена. То есть ты покупаешь телефон, и через 2 года он падает в цене в 3-4 раза. Причем реально он очень сильно упал. Это мой прошлый телефон. И это расстраивает, потому что, ну, в случае чего я всегда так, у меня какие-то капиталовложения. Например, там тоже золото. Почему мне нравится именно золото? Потому что я, допустим, в случае чего, да, конечно, у меня еще таких случаев не было, но в случае чего я знаю, что я всегда могу рассчитывать на эти деньги, чем серебро, которое ты покупаешь за кучу денег, а оно стоит копейки. И телефон в каком-то роде то же самое. И когда ты понимаешь, что телефон падает в цене, это как минимум странно, что он что, некачественно сделан, с плохих деталей, у него цена была завышена специально, ну и тому подобное. Ну, короче, не об этом. Я промучилась с видео столько. Вот мне кажется, как будто бы у меня каждый день кто-то так берет и палки в колеса вставляет. Типа, на тебе, а что ты сегодня скажешь? А что ты на это скажешь? А плюнешь ты на все или нет, потому что все упирается в блог,
и ты и там, и там, и там пытаешься, а тебе типа, нет, подожди, подумай сначала, поколупайся тут, поколупайся там, а потом все получится. Но я с этим справилась, психовала, телефон почистила, почти 90 гигабайт очистила. Вдумайтесь, 90 гигабайт. Скинула часть на ноутбук, часть просто удалила. У меня просто то, что я влоги снимаю, да, но я до этого очень много снимала. Я снимала для себя. Это и путешествия, и какие-то праздники, и просто вот так там Димку, собачку, природу, еще что-то. Там семью. Поэтому у меня достаточно много видео, которые я не хочу удалять. Я все хочу их смонтировать, но желательно их, конечно, смонтировать на ноутбуке. Мне там будет это проще сделать, и это будет красивее. Но пока я не найду, как переформатировать эти файлы. Потому что все программы у нас платные. А платную программу я покупать не хочу. Я жлоб. Я плачу за Google музыку, да, я слушаю музыку. Это единственное, за что я плачу. А за платную программу я платить не собираюсь. Так что никогда не падайте духом. Если что-то решили, всегда идите до конца. И какие бы палки вам в колеса кто ни вставлял, все равно идите до конца. А я буду ложиться спать. Всем пока и до завтра.